человек родился. Офицеры Следственного комитета России встречают нового уроженца Белгородской земли. Знакомьтесь, Толстопятенко Евгений Сергеевич. Вес маленького богатыря почти 4 килограмма, рост 53 сантиметра. Мама после родов чувствует себя хорошо, папа в восторге. Наконец-то дождался сына. Сердечно поздравляю с пополнением в вашем семействе. Пусть ваше солнышко растет крепким, здоровым, счастливым ребеночком. Желаю, чтобы вашу семью оберегал ангел-хранитель. Вместе с мужем и двумя маленькими дочерьми беременная Валентина была эвакуирована из Луганской Народной Республики. Оставаться в родной Попасной было уже нельзя. Украинские националисты вели ожесточенные обстрелы мирного населения. Ну а здесь, в Белгороде, молодую семью разместили со всеми удобствами. А после Сергей и Валентина пообщались с председателем Следственного комитета. Во время личного приема беженцев глава ведомства дал поручение подчиненным помогать семье во всем. К примеру, обеспечить профессиональную медпомощь маме, которая вот-вот должна была родить малыша. Сказано, сделано. Валентину разместили в местном роддоме, где маленький Женя и появился на свет. Принимайте. Вот это ваш первый автомобиль и документы от него. Поздравляем вас. Спасибо. Очень мобильный, надеюсь. Очень мобильный, здоровский. Теплая встреча, поздравления, цветы и подарки. Настало время отправляться домой. Сотрудники Следственного комитета проводили семью Толстопятенко прямо до дверей. Это он просто на свежем воздухе. Он в восторге, я думаю. Старшие сестренки еще не вернулись из садика. Через пару часов и они познакомятся со своим братиком. А сотрудники Следственного комитета пообещали Сергею и Валентине быть на связи. Тем более, что молодая семья уже решила остаться в России. А значит, что и младший Толстопятенко станет новым гражданином нашей страны. Все? Мы дома.